Здравствуйте. Ну вот сегодня вновь были ракетные удары по Харькову и области. Есть погибшие, раненые. Вчера в городе и области 15 человек погибло, 16 ранено. Что происходит на этом направлении? Почему вот обстрелы такие интенсивные? Причем ну, бьют из всего, чего только могут. И даже мины закидывают. Да, к сожалению, это отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии с восточного направления. Они пытаются создать здесь иллюзию главного удара, что они якобы переносят свои действия на харьковское направление с целью захватить город. Но мы понимаем, что там нету такого количества войск, для которых способны были хотя бы дойти до Харькова. Мы сдерживаем их наступление. Но дальность стрельбы и точнее расстояние, на которое они подошли, позволяет российской артиллерии и российским ракетам долетать до Харькова. Поэтому они там создают такой напряженный очаг. На Луганском направлении враг применяет так называемую ползучую тактику. В Северодонецке просто сейчас идут уличные бои, а Лисичанск остается полностью под контролем Украины. Что сейчас происходит на этом направлении? Была информация, что оккупанты вновь стягивают туда дополнительную технику и людей. Ну это вот, кстати, ответ на вопрос, что они с одной стороны обстреливают Харьков, пытаясь создать там иллюзию наступления. А с другой стороны, все силы бросают именно на Северодонецк и Лисичанск. Им нужна хоть какая-то победа, поэтому они будут любой ценой. До последнего российского солдата они будут штурмовать эти два города, особенно Северодонецк. Вот. Поэтому там, к сожалению, сейчас вот эта неделя будет ну, крайне напряженная, и от нее, в принципе, будет зависеть, удержим мы Северодонецк или не удержим. А вот хоть какая-то победа им нужна к каким-то срокам или как? Ну, насколько я понимаю, что они уже практически к датам не привязываются, потому что было сначала 9 мая, потом было 1 июня, потом было этот День России. 10, 12, 22 было сегодня. Вот. Да, было 20, 22, потом вроде как сейчас говорят 26, но думаю, что вряд ли. Они просто пытается вот этим методом выжженной земли выдавить наши войска из города Северодонецка.